солнечная теплая погода уже утвердилась на Ставрополье, значит, самое время расчехлять железных коней, под рев моторов отправляться покорять городские улицы. Тем более, что уже считанные дни остаются до официального открытия мотосезона. 29 апреля в Невинномысске пройдет одно из крупнейших таких мероприятий. В эфире программа «Актуальное интервью». Меня зовут Кира Рогожина. Здравствуйте. Что ждет гостей участников мотопраздника и что, в принципе, ждать от нового мотосезона? Всем сопричастным мы поговорим сегодня с президентом мотоклуба «Стальное колесо» Юрием Олейниковым и председателем комиссии «Мото-Джимхана» Федерации мотоциклетного спорта Ставропольского края, капитаном команды «Мото-Джимхана» Ставрополь Юрием Евсютиным. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос. Сами уже выезжали? Конечно. Обязательно, уже прокатились. Юр, ну, на чем ездишь ты, я знаю, Юрий, а вы на чем? Ну, у меня мотоцикл Honda Goldwing, это суперкруизер, вот такой, как бы, самый большой в этом классе, туристический. Мотоцикл комфортный, удобный, до дальних поездок. Ну, как-то вот на таком коне покоряем просторы нашей необъятной родины. Юрий, ну давайте поговорим немножко о мероприятии, которое предстоит. Чем порадуете гостей? Ну, во-первых, такого масштаба мероприятия в нашем городе будет проходить впервые. Вот, как бы мы, наш клуб очень сильно старается в этом плане, чтобы это мероприятие действительно вошло в историю города, как бы понравилось всем гостям и жителям города. Вот. Мероприятие, значит, будет заключаться в следующем порядке. То есть будет сразу изначально будет сбор колонны, то есть все участники, кто приезжает, гости. Вот. Потом будет проезд по городу в сопровождении, опять же, экипажа ГИБДД. Непосредственно. Да, я видела правила движения в колонне. Да, да. Непосредственно будет перед движением будет проведен инструктаж. Каждый участник будет, конечно, знать, как ехать, что делать. Вот. И потом далее выезд на площадь, центральную площадь нашего города, ну, где, собственно говоря, все будет проходить дальнейшее все мероприятие. Развлекательную программу какую предусмотрели? Развлекательная программа, значит, будет следующим образом проходить. Это будет, значит, у нас выступать будут наши местные ребята, спортсмены нашего края, нашего региона. Будут приглашенные гости. Вот, в числе первых будет Юрий со своей командой «Мото-Джимхана». Обязательно вот, как бы показывать то, что они умеют, чтобы люди посмотрели действительно мастерство вождения мотоциклов. Вот. Будет команда по стантрайдингу. Это команда южная сторона города Пятигорска. Они у нас уже выступали. Ребята показали себя очень хорошо. Красиво выступление было, всем понравилось. И люди в городе, многие задавали вопрос, чтобы еще раз с ними встретиться, еще раз посмотреть на их выступление. Кстати, команда занимает второе место в России по этому виду спорта. То есть команда очень сильная, действительно очень красиво показывает. Хорошие результаты показывают и выступление очень красивое. Из приглашенных гостей у нас будет выступать команда из города Твери. Вот, это команда по мотофристайлу. Вот, они будут тоже показывать очень интересные упражнения, очень интересные трюки. Как бы. Ну, короче говоря, это лучше посмотреть, чем рассказывать. Это рассказать как бы невозможно, это надо все увидеть. Вот. Также будут очень развлекательная программа будет в том плане, что различные конкурсы будут байкерские, как бы без этого нельзя, потому что народу приедет много, как бы, и люди к этому уже привыкли. Как бы. Но опять же, чтобы жители города, гости посмотрели, что действительно, как это все происходит, не понаслышке там от кого-то, что кто-то там как-то, а вот действительно посмотреть, как на самом деле это все происходит. Что это точно такие же люди, только увлеченные мотоциклом, тоже так же работают. Кто в банке, кто, как говорится, на тракторе в сельском хозяйстве, неважно. Ну и также будут развлекательные конкурсы для детей обязательно, там батуты, горки различные, там все такого плана. Вот. Ну и, соответственно, будет музыкальная программа, конечно, там будут выступать музыкальные коллективы. Это прежде всего это наш городской коллектив, группа «Край стены». Вот. Также приедут ребята из города Новоалександровска, Антарас группа, тоже ребята, кавер-группа, очень интересный репертуар у них. Как бы, вот мы с ними познакомились у них в городе, нас приглашал местный мотоклуб гости, и вот мы у них там познакомились, увидели этих ребят. Ну и, конечно, гость и участник нашего праздника – это группа «Калевала», солистка Ксения.
Вот. Они будут выступать 28-го в городе Ставрополе, будут давать концерт, в рамках тура. Вот. Ну и, соответственно, на следующий день, 29 числа, будут выступать у нас в городе. Юрий, вы заявили такую достаточно яркую программу спортивную, но стоит же учитывать, что это экстремальные виды спорта. Как будете безопасность обеспечивать? Значит, на тех площадках, где будет проводиться непосредственно выступление по техническим видам спорта, обязательно будет присутствие ограждения. Такое прям серьезное, вот, чтобы туда никто не мог, посторонних ни зрителей, никто не мог туда на эту площадку попасть. Вот. И обязательно будет это самое. То есть силами наших ребят с нашего клуба будем это дело контролировать обязательно, чтобы никто посторонний на время мероприятия, то есть на время проведения определенных показательных выступлений, чтобы туда на территорию никто не попал. Юр, в качестве гостей заявлена команда «Мото-Джимхана Ставрополь». Напомню, что она была сформирована еще в прошлом сезоне. Что покажете на этот раз? В этом году, как раз в рамках мероприятия, которое организует «Стальное колесо», мы хотим показать, что начало сезона на площадке – это лучший вариант начала мотоциклетного сезона. То есть самый безопасный и наилучший вариант прожить этот сезон – начать с тренировок. Как раз основным требованием нашей команды для участия в этом мероприятии была безопасность зрителей. То есть обязательно должны быть заборы, ограждения, так как мы сами только открыли сезон. И, скорее всего, помимо красивого вождения, мы будем еще показывать красивые падения. Ну, надеюсь, что обойдется без этого. Юр, как вообще дела в команде и какие планы на этот сезон? Мы так и не получили поддержку от администрации. У нас до сих пор нет площадки, на которой мы можем заниматься. К сожалению, может быть, мы не смогли показать, что лучше мотоциклисты на закрытой площадке, чем на улицах города. Поэтому будущее у нас достаточно смутное. Мы до сих пор не знаем, где продолжать тренировки. Скорее всего, мы будем силами команды арендовать площадку, на которой мы в прошлом году проводили соревнования. Получится это или нет, ну, время покажет. Юр, я знаю, что ты пополнил свой мотопарк, купил мотоцикл для стантрайдинга. Что это за направление? Много ли стантеров у нас в крае? И как твои успехи в этом деле? Да, я ушел в мотоспорт с головой. С улиц города практически ушел. Направление это очень сложное, тяжелое. В крае у нас только 3 человека, как раз это команда, которая будет в Ненамыске. Они единственные, кто профессионально занимается в нашем регионе. И как раз у них я и учусь. Вот буквально завтра уезжаю на стажировку к одному из участников команды. Юрий, давайте поговорим о самом клубе, когда он был основан и как со временем менялся его состав. Изначально в клубе было 15 человек. Вот. На данный момент в клубе осталось 9. Ну, то есть уже тот костяк, который как бы сформировался с учетом этих 3 лет. Люди все как бы понимают, что хотят от этого, что хотят от клуба и как дальше жизнь клуба будет продолжаться. Они все это понимают. То есть, и вот эти люди, как бы идем до конца уже все вместе вот этим составом, который сейчас у нас остался. Как у вас складываются отношения с другими клубниками, которые есть в крае? Мы никогда ни с кем не ругаемся, ни с кем не скандалим. Как бы у нас и структура клуба у нас RC, то есть это клуб любителей ездить на мотоциклах. Или кто по-другому трактует клуб любителей путешествовать. То есть как бы у нас никаких нет жесткой иерархии никакой. Поэтому мы как бы дружим со всеми клубами, и с MC, и с MCC. MC это, ну, я скажу так, MC-клуб это, допустим, скажем, «Ночные волки», да, скажем, или «Блэксмит». Вот. MCC это клуб немножко с иерархией попроще, скажем так. Вот. Другие клубы есть как бы, но мы дружим со всеми. И кто хочет дружить с нами, мы как бы всегда только за. Всегда приглашаем, если мы какие-то мероприятия проводим, всегда приглашаем всех, даем объявления. И как бы и сами стараемся ездить то же самое по приглашению. Мы не только по приглашениям, а по общим приглашениям, то есть когда приглашаются все желающие на те или иные мероприятия. Ну вот, как-то вот так жизнь наша протекает. Юр, насколько я знаю, ты относишься к так называемым свободным райдерам, да? Да. Почему за столько лет не вступил ни в какой клуб?
У меня, честно говоря, много работы, которая кормит мои мотоциклы, поэтому времени на клубные движения у меня нет. То есть я увлекаюсь именно спортом. У нас организация как спортивная команда. Мы официально под Федерацией мотоциклетного спорта Ставропольского края. Ну, как бы наши силы направлены в это русло. Ребят, ну, сейчас на дорогах появится очень много новичков. Что бы вы посоветовали тем, кто открывает первый для себя сезон? Как себя правильно вести на дороге, чтобы сезон не стал последним? Мы всегда за безопасность, мы всегда культивируем обязательно ношение мотоэкипировки при езде на мотоцикле. Это обязательно, это непосредственное условие, потому что шлем, как говорится, да, сбережет тебе жизнь, по большому счету, скажем так. Оно так, в принципе, есть. Как бы ты, какой бы ты профессионал ни был, я всегда привожу в пример вот мой любимый гонщик, ну, скажем так, в Формуле 1, это Айрон Сенна, 7-кратный чемпион мира. То есть, да, как бы вот он вот такой человек, как бы, ну, то есть, как бы, ну, профессионал, скажем, да, такой же, допустим, как Михаил Шумахер, скажем, тоже. Это действительно там звезды мирового класса, они спортсмены высшего класса. А все элементарно просто. Михаил Шумахер стал на лыжи, покатился с горы просто, решил сманеврировать, не одел шлем, упал, ударился, говорится, об снег, а под снегом лежал камень. Вот это элементарный пример того, что нужна всегда экипировка. Поэтому говорю еще раз, что наша первостепенная задача, всех, кто, кого мы встречаем в городе, кто приобретает мотоциклы, мы всегда говорим, ребята, в первую очередь экипировка. И, как говорится, никогда не открывай ручку газа до конца, потому что разогнаться это одно, а остановиться это совсем другое. Хорошо, если ты просто остановишься, как говорится, с использованием тормозов и всего остального, а если, допустим, тебе на встречу попадется автомобиль, или, не дай бог, ты просто улетишь с трассы. Поэтому, как бы, тут надо прежде всего работать только головой. Поэтому мы всегда за то, чтобы люди, в первую очередь, использовали экипировку, это самое главное. То есть на 90%, скажем так, из падений люди себе жизнь спасают именно того, что есть экипировка. Юр, что можешь добавить как опытный мотоциклист? Юрий очень подробно описал те же самые рекомендации, что дает наша команда. От себя хочу сказать, что тренировка, еще раз тренировка. Команда Мотоджимхана Ставрополь открытая, поэтому приглашаем всех участников, всех водителей мототранспортных средств к нам на тренировки. И уже в личной беседе мы уже расскажем, что да как. Спасибо, ребят. А я напомню, что у нас в гостях был президент мотоклуба «Стальное колесо» Юрий Олейников и председатель комиссии «Мотоджимхана» Федерации мотоциклетного спорта Ставропольского края, капитан команды «Мотоджимхана» Ставрополь Юрий Евсютин. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на своем.